Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к международным организациям по поводу ходжалинского геноцида. Обращаясь вновь к религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека, авторы призывают их дать принципиальную политическую и юридическую оценку актам агрессии и зверствам, учиненным армянскими экстремистами против азербайджанского народа, и признать преступления, совершенные в городе Ходжалы, актом геноцида. Произошло событие, которое сравнимо только с страшными событиями Второй мировой войны. Мы читали в концентрационных лагерях об издевательствах, о том, как относились к военнопленным, а тут в мирное время мирные люди подверглись таким ужасам и таким страданиям, и таким злодеяниям, о которых трудно читать и еще труднее видеть хроники кадров того страшного события. И, конечно, для нашего поколения это такая рана, с которой мы не можем справиться до сих пор. А для Азербайджана это кровоточащая рана, которая, ну, оставила след на всей истории нашей страны. Пусть Всевышний примет их и упокоятся их души, пусть поможет, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы все люди доброй воли смогли объединиться и сделать преграду, чтобы события подобного никогда не повторились ни в Азербайджане, ни на другом уголке земли, чтобы люди могли понять и с Божьей помощью восстановить справедливость. Пусть Бог благословит Азербайджан, пусть помогает восторжествовать справедливость, пусть эта земля ощутит благодать Божию.